Отдыхать вместе и всей семьей, и только в полном составе, предпочитает многодетной семье Зайцевых, победителей районного конкурса «Успешная семья-2015», где и родители, и сыновья гордятся своими семейными и личными достижениями. С детьми любой отдых становится более интересным и увлекательным, считают супруги. А еще это дает возможность пережить все вместе чудесные мгновения и умножить их в несколько раз. Считанные минуты и четыре пары рук за Волжан Зайцевых под руководством главы семьи Виктора, бывалого туриста и поклонника группы «Машина времени» ловко и быстро устанавливают палатку. Семейные вылазки на природу для супругов и их троих сыновей – самый любимый вид отдыха. А отдыхают Зайцевы всегда, без исключения, только в полном составе. Впятером и в гости, и в театр, и в поход по окрестным местам родного Заволжья. Семейные вылазки, они всегда предвещают что-то новое. Что-то необычное. Дети – это непредсказуемые люди. Им хочется и в воде полазить, и в лесу походить. Ну, вот и костер пожечь, палатки поставить. Раньше, когда маленькие были, так были проблемы, конечно. Но теперь уже проблем, в общем-то, как бы и нет. Помощники хорошие. Пугаться нет причины. Со своей семьей, в принципе, вот мы тоже ловим вот эти вот мгновения жизни, моменты счастья, и стараемся, чтобы их было как можно больше. Совместная игра в бадминтон, там, я не знаю, в пионербол, еще во что-то, например, совместная ловля рыбы, пусть если даже она, например, не увенчалась успехом, она настолько остается в памяти. Воспоминаний за 20 лет семейной жизни Зайцевых накопилось немало. В ней было все. И обычные семейные радости и печали, и испытания, болезни на грани жизни и смерти, которые только укрепили их союз. Их первый сын, Володя, ребенок, про которых принято говорить с особенностями, он с рождения требовал огромного внимания и поддержки. Все трудности непростой ситуации, все невзгоды супруги разделили пополам. Тем более, что почти следом появился второй, Александр, который со временем стал настоящим помощником родителям. Я для него считаюсь как старшим братом, везде ему помогаю, в учебе. Ну, например, не получается у него там математику сделать, я ему объясню, какое действие сначала сделать, потом какое другое, дальше применить. От любви рождаются дети, у нас их трое. Все разные, все хорошие, всех мы их любим одинаково. Если нужна помощь наша, мы помогаем, никому не отказываем. Это моя вторая половина, самое, что есть настоящее, потому что это моя опора, это моя... Надежда. Надежда. Столб. Годы летят стрелою скоро, и мы с собою разом. Радость душевного общения, калейдоскоп ярких впечатлений и новых открытий. Отдых с детьми дает возможность пережить все вместе эти чудесные мгновения и умножить их в несколько раз, говорят Ольга и Виктор Зайцевы. Вместе почувствовать, что жизнь прекрасна, и вместе они единое целое, сила, большая дружная семья. Такая